Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Евгений, вы врач? Да. Угу. Стоматолог, хирург, имплантолог и ортопед. Как здорово, туда как же. Много, да, в одном человеке слилось. Скажите, пожалуйста, из какого вы приехали города? Из Москвы. Я представляю два города. И Москва, и спутник Московской области, Павловский Посад. Здорово. А впервые ли вы на мероприятии, организованном стоматологическим магазином «Ромашка»? Да, впервые. Как вам организация? Слушай, мне очень нравится. Очень приятно. Четко все. И главное, душевно. На сколько дней вы приехали к нам на конференцию? На конференцию на 2 дня, но посещение Петербургов, в общем-то, это неделя. Ну, как здорово, что вы совместили поездку. Я бы, может, раньше вырвался, но, к сожалению, с работы не успел все раскидать то, что хотел. Приезжайте летом, чуть-чуть будет краше. С удовольствием. Скажите, пожалуйста, получили ли вы регистрационный пакет, видели его наполнение? Да. Понравилось вам? Приятно, да. Возможно, чем-то будете даже пользоваться. Ну, информации много, поэтому это нужно все так отсмотреть. Вот когда в поезде поедете, как раз, да, можно изучить все. Или вы на самолете когда полетели? Я в поезде поехал? Я на машине, не угадали. Ну, тогда должен быть водитель, наверное, чтобы это все изучить. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вам качество подачи информации? Доступно. Доступно. А Мария Александровна, вы специально приехали именно в эти дни, чтобы побывать у нее? Да. Да, я давно хотел. И вот как раз сложилось, что смог себе позволить. Здорово. Может быть, есть темы, какие вы хотели бы услышать на следующих наших конференциях? Я думаю, пока вот то, что вот сейчас я услышал, мне нужно как-то это все структуризовать и, наверное, продолжу пока по этой теме. Хорошо, когда знания, полученные здесь, будут применимы в практике. Да. Спасибо вам большое за участие. Приезжайте снова к нам на конференцию, будем вас ждать. И вам спасибо. Очень приятно. Благодарим.